База Одинцовского ПАТП в Звенигороде относится к охраняемым объектам. В соответствии со служебными установками территорию предприятия регулярно осматривают работники службы безопасности. Во время одного из таких обходов в районе топливной заправки и был обнаружен подозрительный предмет. Информация о нем пошла в тревожные службы, началась эвакуация людей. Работникам административного здания объявляется эвакуация. Персонал автотранспортного предприятия, занимающегося перевозкой пассажиров, должен постоянно сохранять бдительность. Объектом террористической атаки может стать любой объект на территории автобазы и любой маршрутный автобус. Вместе с тем все понимают, долгий период спокойствия расслабляет. Для поддержания сотрудников в состоянии хорошей рабочей настороженности и проводятся в ПАТП такие тренировки. Сегодня у нас была заключительная тренировка этого года. Значит, как всегда, отрабатывались прежде всего взаимодействия с правоохранительными органами. Но сегодня на первый план, кроме работника и руководителя производственной базы «Звенигород», выступили охрана. Вот, потому что она обнаружила подозрительный предмет и дальше уже действовали согласно инструкциями. Все тревожные службы и силовые структуры сработали оперативно. Приехавшие наряды полиции оцепили потенциально опасную территорию. Сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи прибыли буквально следом за силовиками и были готовы в случае необходимости выполнить свои задачи. Затем пришел черед кинологической службы. Лучше всего по взрывчатым веществам работают русские спаниели. Напарница кинолога, спаниель по имени Варя, обследовала пакет и не нашла причин для беспокойства. Прозвучала команда «Отбой». Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово». Большое спасибо за работу. Спасибо.